Хоккейный клуб Чебоксары завоевал Кубок главы Чувашии. Финальный матч против Саратовского «Кристалла» завершился со счетом 4-3 в пользу «Богатырей». Подробности в репортаже Татьяны Леонтьевой. В этой встрече чебоксарская команда была номинальным вторым номером. Саратовцы с 9 очками возглавляли турнирную таблицу после 3 игр. В одной из них соперники уже встречались. Матч 2-го тура завершился в пользу «Кристалла». Поэтому говорить о мотивации «Богатырей» на финальную игру не приходилось. Оборону сопернику удалось саратовской команде. Шайба влетела в ворота на 3-й минуте игры. Отыграться до конца 1-го периода «Богатыри» не сумели, хотя активно прессинговали соперника. Подустали, конечно, ребята. 4 дня играли подряд. Первый период нервно как-то прошло. Соперник, конечно, очень сильный. И тренер у них хороший. Команда поменялась у них. Ну, играет вроде бы неплохо. Во 2-м периоде было множество опасных моментов у обоих ворот. В середине встречи «Богатыри» сумели сравнять счет. Но удержать счет чебоксары не смогли. При игре в меньшинстве пропустили 2-ю шайбу, а затем начались хоккейные качели. Уже через 2 минуты «Богатыри» в большинстве поразили ворота соперника. Игра очень вязкая, очень тяжелая. Соперник очень хороший, обученный. По сравнению с прошлым сезоном они укрепились, чувствуется. Проявляем характер, бьемся 0-1, 1-1, 1-2, 2-2. Думаю, в 3-м периоде ребята должны все-таки отыграться за поражение досадное, которое потерпели на предварительном этапе. В первой половине заключительной 20-минутки «Богатыри» снова оказались в роли догоняющих. Чебоксары проявили характер и волю к победе. За 9 минут до конца встречи счет стал 3-3, а спустя меньше 2 минут «Богатыри» вышли вперед. Чебоксарская команда не растеряла преимущества. Итог финальной встречи 4-3 в пользу «Богатырей». Главный трофей турнира капитану команды Дмитрию Сазонову вручил глава республики Михаил Игнатьев. Надо отдать должное ребятам, потому что они сейчас под тяжелой, ну, под серьезной нагрузкой находятся. Мы не сбавляли оборотов, готовились. У нас была задача в меньшинстве выстоять. Ребята молодцы, ложились под шайбу. Кубок головы Чувашии – первый трофей в копилке чебоксарских «Богатырей». Турнир сложился очень тяжелым для нас. Это первый домашний турнир. Все ребята волновались, переживали, но все-таки у нас получилось в концовке выжить соперника. Ну и забить, конечно, победную шайбу. До старта первенства ВХЛ у «Чебоксар» есть шанс завоевать еще один кубок. Совсем скоро в Саратове пройдет очередной турнир. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, «Республика».